В окруженном ливанскими войсками городе Эр-Саль вступило в силу 24-часовое перемирие. По данным местных СМИ, пауза будет использована для оказания помощи раненым мирным жителям и доставки в город гуманитарной помощи. Командование правительственной армии согласилось на сутки прекратить огонь в ответ на инициативу мусульманских священнослужителей, которые взяли на себя роль посредников между властями и экстремистской группировкой «Джебхат ан-Нусра». Напомним, сотни боевиков захватили контроль над городом Эр-Саль после того, как военные задержали одного из полевых командиров маджахедов. Правительственная армия уже несколько дней пытается отбить объект, но пока безрезультатно. В боях погибли 16 солдат. Мирное население оказалось в роли заложников.